история очень печальная. Она тронула меня до глубины души. Маленькая нежная веслоушка. Белль. Ей 4 года. Она была найдена на улице молодой парой и передана нам. Срочно кошечку доставили в клинику. У нее гематома на животе. Разрыв матки. Кошечка была беременна. Котята мертвые. Вот-вот она должна была родить. Белль прооперировали. Она перенесла операцию нормально, но операция была очень тяжелой. Сейчас кошечка в хороших условиях, на капельницах, за ней полноценный уход. Но она слаба, очень слаба. Но мы надеемся, все обойдется благополучно. И вы посмотрите, как наш котик, он от нее просто не отходит. Как доктор рядом. И все-таки животные более человечные, чем мы. Я не злая по натуре, но я очень хочу, чтобы у этого мерзавца, который это сделал, было отнято здоровье и силы, и переданы ей. Котику удалили глазик, также была нёбная расщелина на твёрдом нёбе. Ну, мы не увидим сейчас, ротик он не особо даётся открывать, ему больновато. Зашили твёрдое нёбо, ну и в принципе всё, всё остальное у него всё хорошо. Осталась у нас маленькая штучка. Так, в принципе, мы тоже уже зашли. Сейчас мы будем делать чипирование. Давай номер. Угу. Девочка, девочка. Понятно, ручка. Придержи, пожалуйста, меня, чтобы она не уходила. Угу, все, что-то там. Сейчас мы еще все проверим. Молодец. Кто это у нас тут даже не пикнул? Мурчишь? Ты мурчишь, Мурка. Такая спокойная вообще. Ласковая тоже очень. И толстая отъелась. Это у нас Маркиза поступила сегодня. У нее подтвержденная лейкемия и герпес-вирус. Проходит лечение капельками. Кошечка очень хорошая, молоденькая, очень ласковая.
Так, это у нас Мурочка. Мурочка. С глазками у нее есть проблемы. Возрастная кошечка. Есть проблемы еще с анемией. И с зубами. Ну, все. Не злись. Аккуратненько давай посмотрим. Вот. Поставили катетер. Сейчас будем делать тест на лейкоз. Взяли биохимию. Вот. По анализам будем разбираться, что с ней. Пока как бы ничего конкретного сказать не можем, потому что была голодная диета, мы ее не кормили перед анализами. Вот, так что ждем анализов и все. Потом скажу все остальное. Это у нас Муся. Она поступила там с обширной раной с левой стороны лица. Долго ждала цитологию, чтобы понять, что это у нас на образование или же просто воспаление. Оказалось просто сильное поражение гноем, некротизированной ткани. Ей была проведена пластика лица. Сейчас она сидит на антибиотиках, допивает курс антибиотиков, обрабатывается, вакцинируется и едет домой.